Приветствую всех. Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Так. Все настроили. У нас сегодня замечательный прямой эфир. Он будет посвящен ответам на вопросы. У меня вот тут целые списки ваших вопросов. Много чего спрашиваете про голубику, и я сегодня на некоторую часть этих вопросов отвечу, для того, чтобы вам было немножко интереснее и проще взаимодействовать с замечательной культурой под названием голубика. Ну, давайте пойдем по порядку. По порядку. Правда? Поправиться. Хочу быть красивой сегодня перед вами. Так, значит, читаем по очереди вопросы и начинаем на них отвечать. Да? Да, конечно, объявила, что мы сегодня отвечаем на вопросы. Сколько лет куст голубики растет на одном месте? Значит, это зависит от посадки. Если грунт соответственный и объем грунта под голубикой большой, то есть это где-то 250-300 литров, это та лунка, которую мы стандартную делаем 80/40, то в этом случае растение может жить от 50 до 100 лет. По крайней мере, в Америке есть такие кусты, которые были посажены еще Элизабет Уайт. Александр занимается сегодня обрезкой роз, принес нам в кадр красоту для настроения. Не знаю, что за сорт, но очень красивый. После дождей какие-то веточки сильно накренились, наклонились. Вот, такие букеты получились. Ну так вот, кусты, которые посажены Элизабет Уайт, до сих пор плодоносят в Америке, и это чудесная новость для нас. Это значит, что посаженные вами кусты будут очень долго и плодотворно вас награждать урожаем. Понятно, что эти 100 лет они не растутся одними стволами, их достаточно часто обрезают, раз в 25 лет примерно обрезают полностью, то есть вот стоит огромный двухметровый куст, и раз в 25 лет его совсем в ноль, и он заново выводит все побеги. Понятно, что первый год после обрезки он ничего не даст, но зато потом восстанавливается полностью вся крона, и голубика плодоносит превосходно, так же, как и ранее, на тех же самых корнях. Если мы говорим о горшечной культуре, то, безусловно, ни один куст в горшке при малой объемке не будет столько лет жить и плодоносить. Срок жизни горшечной культуры от 7 до 12 лет. Далее, с чем рядом можно посадить голубику? Очень хороший актуальный вопрос, многие меня об этом спрашивают. Значит, смотрите, голубика – это растение, которое имеет поверхностную корневую систему, очень нежную. Корни называются волосы ангела, да, в переводе с английского. Вот. И поэтому, естественно, с агрессивными растениями рядом расти она не может. Это не даст хороших результатов для нее. Поэтому сразу исключаем растения с поверхностной корневой системой агрессивного типа. Ну, например, елка. Елка не подходит соседям. Или малина, которая осваивает новые территории интенсивно очень. Естественно, она будет изводить голубику с ее постоянного места. С чем же тогда можно посадить? Можно посадить с растениями, имеющими стержневую корневую систему или небольшую корневую систему. Для этой цели прекрасно подойдут любые виды туй, любые можжевельники, отлично подойдут сосны, у сосны корневая, стержневая. Далее, прекрасно подойдут растения с, я уже сказала, с небольшой корневой системой. Это могут быть, кроме туй, еще гортензии, рододендроны. Здесь еще идет соответствие по не только по объемом корневой, да, но и по типу грунта, который они требуют, да. Далее,
Не рекомендую сажать с березами рядом. Тоже поверхностная корневая система, плюс березы являются источником переноса различных грибковых инфекций. И самая большая проблема, она сыпет огромное количество своих сережек. И потом эти замечательные всходы сеются везде у вас на вашей плантации. Очень трудно их потом выпалывать. Они быстро очень укореняются и сложно полоть березовые тополины, вот такие вот выросших малышей. Поэтому с ними рядом не сажаем. Далее. Где-то у меня что еще отмечено из этой массы вопросов. Сколько веток оставляете в кусту голубики? Хороший вопрос, тоже часто меня спрашивают. Значит, ну, во-первых, обрезка – это дело достаточно такое сложно объяснимое через аудиоканал, да, нужно смотреть. А когда ее снимаешь на видео, очень сложно снять так, чтобы все видели, что я на самом деле делаю. Но ну, мы ежегодно упражняемся в этом процессе. И я думаю, что результат наш уже более-менее позитивный. По крайней мере, люди, которые смотрят наши ролики на YouTube, посвященные обрезке, говорят о том, что им в большинстве случаев понятно то, что мы показываем. Поэтому настоятельно рекомендую, если у вас есть вопросы по обрезке, когда обрезать, какого возраста кусты, как обрезать. Вот это все есть на видео. Прям большой, огромный блок. Мы рассказываем там про 6-летние, 5-летние, 4-летние кусты, как я обрезаю. То есть вы можете вполне в живом режиме сориентироваться и посмотреть. Ну так вот, количество веток, оставляемых в кусту, зависит от типов формировки. Образно говоря, задач, которые вы планируете. Что я имею в виду? Если мы говорим о промышленной посадке, да, то есть у вас заложена плантация с частой посадкой интенсивной, вот, через 80 сантиметров, например, то в этом случае вы не можете оставить в кусту более чем там 5 веток, например. 4-6 веток – это эталон для обрезки при промышленной посадке экстенсивного типа выращивания с шириной между растениями 0,8. Вот. Если мы говорим о садовых условиях, то, безусловно, такой способ обрезки для нас не интересен. Мы хотим, чтобы урожая было много и не с квадратного метра, а с куста много. При таком способе, про который я рассказывала ранее, урожай будет большим с именно квадратного метра площади. Именно поэтому такой способ используют в интенсивном плодоводстве, то есть ягоды производят в промышленных масштабах. А в домашних условиях, конечно, в кусту в основном оставляют в районе 10-12 веток. Они должны быть разного года. Ветки старше 5 лет, как правило, уже не оставляют. Голубики вырезают в ноль, либо вырезают на какую-то ножку. То есть вот у нас идет ветка, да, она толстая, большая, мощная, и в каком-то месте она отбивает молодой побег, и все, что старше, все убирается. То есть со временем у вас будет такой остов на кусту, основной, толстый, и от этого остова, как на винограде, кто, может быть, знает, от этого остова будут у вас побеги, которые будут периодически обновляться, заменяться, и таким образом вы будете держать ваш куст в нужном формате, удобном для вас. Так вот, таких вот веток от 6 до 12 делается. Основных скелетных возрастных должно быть 2-3, это которым 3-4 года. А дальше двухлетних тоже 3-4. И молодежи пару-тройку веток скелетообразующих новых на замену, образно говоря. И вот такая гармония должна все время в кусту происходить. Если вы не будете делать обрезку, то со временем ваш куст состарится. Вся древесина будет только старая, не молодая. И в какой-то момент вы увидите, что ягоды прям будут совсем мелкими, неказистыми, вы захотите обрезать, а у вас молодой древесины нет, потому что растение не склонно наращивать молодую древесину, если там большое количество старой, место занято, расти некуда. Поэтому резать нужно ежегодно. Далее, какие сорта голубики вы порекомендуете? Вот это наипопулярнейший вопрос.
на который очень сложно ответить. Можно определить рекомендованные сорта для условий возделывания. Это очень просто. То есть нужно знать характеристики сорта, которыми мы владеем, знаем, да, соотнести их с погодными условиями данного региона и сделать соответствующие выводы, подходит ли данный сорт для выращивания в данном регионе или не очень подходит. Понятно, что это все дело более-менее относительно, потому что есть микрозоны, даже на территории одного садового поселка могут быть микроучастки, отличающиеся друг от друга разным микроклиматом. И в одном участке может превосходно расти голубика или любая другая культура, а через там 500 метров такой же, как бы та же область и так далее. Но этого может не происходить за счет того, что возникают какие-то определенные места, где есть затишок, так формируется ветровая нагрузка. Это сильно снижает мороз зимой, ветровая нагрузка, если нет ее, да, то мороз снижается, то есть нету такого воздействия жесткого на растение. Далее. Наличие возрастных вековых деревьев тоже очень сильно меняет микроклимат, если ваш участок располагается рядом с лесом. Безусловно, условия произрастания там будут иные, нежели чем на абсолютно голом пространстве садовой территории большого массива садового, без деревьев, без леса и так далее. Склоны, уклоны тоже влияют очень сильно. Южный уклон даже в какие-то несчастные 5 градусов какой-то склон дает очень большое преимущество по освещению, если он на юг располагается, по освещению относительно северных склонов. Говорят, даже на целый градус параллели можно передвинуться за счет склонирования вот такого вот южного по выращиванию культур. Поэтому относительно выбора сортов мы можем порекомендовать, исходя из их свойств сорта, по морозостойкости, по жаростойкости и так далее. То есть вот такие показатели, которые влияют на жизнеспособность растения, да, приспособленность к зимовке и так далее. Период покоя тоже влияет, ну, такие факторы. А вот что касается лично вкусовых пристрастий по рекомендациям, то здесь нету единых требований. Во-первых, один и тот же сорт может в разных регионах показывать себя несколько по-разному. Вот есть, например, сорта, такие как, допустим, бонус, такие как, что у нас там еще такое сложноватое, они вот очень хорошо пригодны для выращивания в средней полосе. Там показывают всю свою красоту и прелесть этого сорта. А в нашем южном крае, в нашей жаре, показывают себя плохо. Есть, например, сорта, которые любят более сухую почву и не любят переувлажнения, такие, например, как Элиот. Естественно, они больше подойдут для южных регионов, нежели чем для средней полосы. И так далее. А вкусовые пристрастия, еще раз повторюсь, что сорта могут в разных регионах по-разному набирать сахара и по-разному себя демонстрировать. Про это сейчас скажу пару слов. Вот, например, сорт «Патриот», очень популярный за его морозостойкость, за его неприхотливость. В средней полосе превосходно растет, отличный дает урожай, ягода прикольная, классная, нравится людям. Но в средней полосе он тяжело набирает сахара и часто не всегда бывает сладким. Про такую особенность, если солнца мало, я знаю у этого сорта. А вот на юге этот же самый сорт сахара набирает превосходно, показывает себя великолепно, и ягода необычайно вкусная. Вот, казалось бы, да? Поэтому все нужно пробовать, микрозоны разные, по морозостойкости, пожаростойкости подобрали сорта, линейку какую-то, 10, 12, 15 сортов, а дальше уже ваше творчество. Выбирайте, пробуйте, вкушайте, с каким сортом у вас получится дружить по микроклимату, с каким не особенно получится, соответственно, замените его на другой, и только так, другого варианта нет. Дальше. Частый вопрос по поводу горшечной культуры. Сейчас пару слов на эту тему скажу. Я уже честно скажу, ну,
миллион выпусков различного рода сделала по поводу горшечной культуры. И мне постоянно приходят вопросы на этот счет, потому что люди видят горшок на каких-то фотографиях, видео, особенно это популярно в Сербии, особенно популярно в Турции, горшечная культура и так далее. То есть они видят эти все видео, присланные из этих регионов, вспыхивают и говорят: класс, я тоже хочу, и начинается горшечная культура везде, во всех местах, и в Москве, и где угодно. Значит, горшечная культура, ну, начнем с того, что это малообъемка. Соответственно, если у нас 300 литров торфа в классической посадке в землю, да, то здесь у нас 40-50 литров. Ну, в основном так сажают. То есть посадка в 100-литровые бодьи для промышленного выращивания никто не делает. Это только в частных садах каких-то коллекционных делают. А в основном сажают 40-50-60 литров. Вот такой объем, не более. И именно такие интенсивные плантации записывают на видео, выкладывают там как раз 40-60 литров объема примерно. Далее, значит, что хотела сказать. Ну, мы понимаем, 300 литров и 40 литров, да, разница примерно у нас с вами, ну, не менее чем в 5 раз. В 5 раз. Соответственно, если куст дает у нас, ну, грубо говоря, 7 килограмм, да, понятно, что есть по 5, есть по 4, есть по 10, есть по 12, разные сорта, разные кусты, разный потенциал, все разное, разный уход, но в среднем примерно 7, да, я сужу по своему участку. В средней полосе это будет 5-6 примерно так. То в малогоршечной культуре вы должны получить от этого количества примерно в 5 раз меньше урожая с этого куста. Потому что веток, я уже сказала вам, вы в кусту делаете 10-12, да, на каждой ветке у вас, соответственно, ягоды. А в малообъемной горшечной культуре больше 4 веток вы никак не будете иметь в горшке, потому что горшку не хватит питания, воды и всего остального. Объем торфа маленький, никак. 4 веточки, поэтому ваш 12-веточный делим на 3, получаем урожай. Мощность подобного куста не может быть более 2-2,5 килограммов. Вот это его емкость, которую он выдает. 2-2,5 килограмма в год. Срок жизни таких растений всего 7-12 лет. Больше они жить не могут, потому что корневая не имеет возможности разрастаться. А вы знаете, да, во всех растениях абсолютно есть два типа корней. Есть корни, которые держат растение, якорят его, да. Есть корни питательные, которые впитывают из земли все необходимые микроэлементы, витамины и прочее. И вот эти питательные корни, они у дерева или у кустарника живут всего 2 месяца. То есть это краткосрочная такая штучка, которая работает недолго. И вот эти краткосрочные корни, они постоянно наращиваются и постоянно погибают. За счет этого растение постепенно растет все дальше и дальше. То есть здесь оно питается, а здесь уже не питается, расширяя свою корневую зону. А если она ограничена размерами горшка, соответственно, расти ему некуда, и питательные корни наращивать некуда, весь корневой ком со временем забивается вот этими умершими корнями, и естественно, давать хороший выход такое растение не может, и оно быстро гибнет. 7-12 лет – это максимальный срок эксплуатации данных плантаций. Возникает вопрос, значит, урожайность ниже с куста, живет мало. Почему в промышленных плантациях это дело используют? Во-первых, в этих регионах мало земли, и экономия торфа для них вещь существенная. Торф там тоже привозной, как и у нас в Краснодаре. Во-вторых, у них у всех, у таких производств всегда есть собственный небольшой питомник, который производит им саженцы. Поэтому с посадочным материалом у них вопросов нет. Он для них, ну, не бесплатный, конечно, но очень дешевый. Они сами его производят за счет своей рабочей силы. И каждый год они примерно
10-12% своих саженцев старых просто выбрасывают, а на их место ставят молодые, которые вырастили у себя в питомнике для своих нужд. Поэтому у них это постоянный обмен идет, у них нету потерь никаких, они не испытывают перебоев с тем, что посадили саженцы, нужно ждать какое-то время, у них все время постоянная вот такая замена идет. Экономия места раз, экономия на воде два. Ну, знаете, да, что если вы поливаете куст в грунте, вы поливаете не только куст, но и соседнюю землю рядом, потому что земля сообщающаяся, она начинает вытягивать влагу себе тоже, потому что там сухо. Вот. А если в горшке, то, безусловно, вы горшок смочили, а все, что лишнее, будет сливаться вниз. Экономия влаги. Экономия субстрата, собственный посадочный материал и большая концентрация на малой площади позволяет повышать урожайность с квадратного метра, так как земли у них немного. Вот ради чего все эти скачки с бубнами. Поэтому в садовых условиях простому человеку очень сложно выращивать в горшечной культуре голубику. Она первые два года растет великолепно, осваивает корневой ком замечательно. А дальше что с ней делать? Дальше она прекращает рост, прекращает развитие, замедляется и со временем стареет. Чтобы этого не происходило, нужно каждые два года ее переваливать чуть больше объем, обрезая корневую систему. Я рассказывала вам про питательные корешочки, поэтому обрезают по краям, вставляют в новый горшок, добавляют свежего субстрата торфа. Это первое. Второе, безусловно, такая горшечная культура невозможна без капельного полива. Впрыскивание воды и питательного раствора происходит от 4 до 7 раз в сутки. То есть это автоматическая система. В дачных условиях у вас не получится. У вас все время будет, как у нас с асфальтом в Краснодаре зимой. Оттаяло, замерзло, оттаяло, замерзло, оттаяло, замерзло и так далее. 126 циклов. Оттаяла, замерзла за зиму. Вот у нее будет такая же история. Сухо-мокро, сухо-мокро, потому что вы не будете поливать ее каждые 2-3 часа. Это, ну, нецелесообразно. Поэтому все время будет куст у вас стрессовать. То ему сильно сыро, потому что вы его залили, вы видите, что он плохо себя чувствует, вы его заливаете. Потом он очень быстро пересыхает, потому что это горшок, это не грунт. И он начинает стрессовать от засухи. Вы приходите, понимаете, что он сухой, начинаете его опять заливать, ну и так далее. Поэтому вот это вся... А? Да, я же говорю, что нужен автополив, безусловно. Конечно, возможно. Просто когда вы хотите посадить в горшки, вы должны понимать все нюансы, что вы должны будете каждые два года пересаживать, чтобы иметь стабильный результат и до 12 лет получать ягоды с этого куста. Вы должны понимать, что растение ваше должно получать влагу, дополнительное питание, потому что корневой ком маленький, взять питание самостоятельно из органической среды, как это бывает в природе, то есть из мульчи, из торфа, оно не может, там нету этого объема, поэтому вы минералки должны добавить туда больше. И в-третьих, безусловно, это засаливание субстрата. Вся наша вода, она всегда имеет солевой состав, всегда. Где-то меньше, где-то больше. И со временем эти ионы и катионы растворенных солей в воде, они застревают в субстрате, и субстрат перестает быть удобным для работы растения, образно говоря. То есть растение из этого субстрата засоленного не может взять себе питательные вещества, потому что на каждом корневом волоске у него стоит анионы натрия, катионы натрия, и другие, которые закрывают входные отверстия, вот эти солевые отходы, и растение попросту задыхается, оно не может дышать, оно не может есть, не может пить, ничего не может, потому что заткнутые все входящие отверстия. Я очень простым языком объясняю, но смысл такой, что такое засаливание. И решается вопрос в горшечной культуре очень просто, путем промачивания, то есть проливания дистиллированной водой. Вот это делают в горшечной культуре обязательно, когда не раствором поливают, а чистой водой. Это может быть дождевая вода, это может быть снеговая вода. Это то же самое происходит в природных условиях, только это происходит естественным образом. Когда у нас зимой завались снега или завались дождя, все это дело в огромных количествах выливается в нашу почву, и все солевые отходы, все спускаются в нижние слои, там, где они недоступны
вернее, не влияют на жизнь и развитие растений, и поэтому весной все пробуждается, все такое замечательное, потому что оно отдохнуло, и почва пустая, без вот этих вот сильных излишков. Вот такие нюансы есть при выращивании горшечной культуры. И еще важную ключевую вещь скажу. Все, что простит вам грунт, никогда не простит горшок. Вот этот нюанс запомните. Поэтому, если вы хотите выращивать в горшечной культуре, вам нужно больше знаний, больше информации, больше подготовленности в этом вопросе, чтобы результат ваш был абсолютно положительным. Вот, скажем так. У меня есть делянка, где растут саженцы в горшечной культуре. Я наблюдаю, часть из них я в этом году буду пересаживать и переваливать, а часть нет. Специально посмотрю, сколько лет они сдюжат, как они будут себя чувствовать, какой у них будет урожай. Ну, в общем, исследовательская такая плантация. И уже четвертый год в горшке растет. Поэтому будем делиться с вами информацией. Это все по горшечной культуре. Я надеюсь, что я удовлетворила все ваши вопросы, закрыла. Какие самые урожайные сорта вы порекомендуете? Тоже очень частый вопрос. Ну, напоминаю, что не существует идеальных сортов. Это, конечно, было бы здорово. Все селекционеры мира во всех культурах мечтают приобрести такой сорт, изобрести, который будет идеальный, не будет болеть, будет расти как сорная трава, будет давать наикрупнейшие, наивкуснючие плоды, не подвержен будет никаким системным заболеваниям и так далее и тому подобное. Ну, то есть это утопия, такого не бывает. Есть сорта, которые высокоурожайные, есть сорта, которые сладкие и вкусные, есть сорта малоприхотливые, есть сорта, допустим, там особо морозостойкие и так далее. То есть вот эти все разные показатели, какие-то сорта, конечно, попадают в несколько показателей, безусловно, но в основном все равно они гуляют по разным группам. И вы должны при посадке своей плантации, пусть там это 5 кустиков будет, или 25, или 500, или 1000, 15 тысяч, вы должны четко понимать, какое ключевое свойство сорта вы выбираете для того, чтобы заложить свою плантацию. Кто-то выбирает самые вкусные, готов за ними ухаживать, готов учиться, у него уже есть опыт большой в голубиководстве, он, безусловно, все это дело освоит, и у него результаты будут великолепные. А кто-то выбирает вариант малоуходный, пусть ягода не очень крупная, пусть она не такая суперсладкая, да, с кислинкой, но при этом он с ней как с торобом не носится, она растет очень легко, ему его это устраивает. Сразу скажу, что не существует сортов, которые бы не требовали подкисления, и не существует сортов, которые бы не требовали воды. Вот такого не бывает в голубике. Есть сорта, которые не очень капризны к pH, то есть до пятерки терпят, например, Река. Но это не значит, что вы можете допустить там 6,5, что она к этому отнесется нормально и не будет хлорозить и страдать. Безусловно, будет. Вот. Поэтому вот тут мы должны понимать, что такого нет. Ну так, какие самые урожайные сорта? Я их назову, может быть, кому-то интересно, запишите себе. Это Река, это Blue Crop, это Draper, это Blue Gold и это Dennis Blue. Это вот из известных мне сортов. Еще очень-очень урожайный на моих участках показал себя Хурон. Большая нагрузка, прямо он нагружается как сумасшедший. Что вы должны понимать про высокоурожайные сорта? Как вот с этой розой. Почему она здесь стоит возле меня? Потому что нагрузилась огромным количеством цветов, ветер, дождь неожиданный, и ствол не выдержал, веточка сломалась. Та же самая история будет у вас и с многоурожайными сортами, которые дают перегруз. Они гонят не только плоды, они гонят и листовой аппарат, и побеги, поэтому с такими сортами вы будете много вырезать. Вот. Это неплохо, не хорошо, просто будьте готовыми, что обрезки будет чуть больше, чем в других сортах, которые не такие высокоурожайные. Да? Плюс, если вы неправильно снормируете куст, то есть не вырежете какую-то часть, а оставите все, что зародилось, то ягода будет мелкая, будет кислая, долго будет поспевать, потому что куст не будет справляться с этим объемом, что ему нужно в питании.
выдать вам, то есть он не сможет наполнить питательными веществами такое количество ягод, и, естественно, они будут как в мультике, помните, да, 7 шапок можешь, могу, вот из этой же области, можешь, могу, на тебе, пожалуйста. То есть куст будет давать 8 килограмм большой ягоды, если вы его обрежете, если не обрежете, он даст вам 8 килограмм мелочи, собирайте, вот и все. Поэтому обрезать нужно обязательно. Ну, естественно, урожайные сорта нужно чуть-чуть больше кормить, потому что этот массив нужно чем-то питать, имейте это в виду. Как правило, они мощные и более требуют много объем питания. Дальше. Что я еще тут не рассказала? Здесь все. Давайте посмотрим на этом. Что хотела сказать. Очень хороший, популярный вопрос, часто спрашивают. Если при посадке голубики добавлять микоризу, то не возникает ли конфликт между родной микоризой и добавленной? Значит, смотрите, микориза – это грибковое образование, грибы, которые живут в симбиозе с растением. Микоризные растения не только вересковые, много других есть растений, которые создают микоризу на своей корневой системе, она помогает им усваивать различные питательные вещества. То есть оба продукта имеют пользу от этого. Грибы не могут усваивать сахара, потому что они не могут расти на солнце, а сахара – это продукт только солнца, на солнце получается. Вот, они не могут получать сахара, им надо, поэтому они вступают вот в такое тесное взаимодействие с живым растением сверху, получают от него сахара, а взамен дают усвоенные другие питательные вещества, которые затруднены в усвоении именно самим растением. Вот такая симбиотическая связь. Симбиотические связи очень плотные возникают. Вересковые растения организуют такие симбиотические связи, которые на всю жизнь, как у лебедей, с одним единственным, и никакой замены не терпят. Если вы их разделяете, то и первое, и второе гибнет. Татьяна Владимировна Курлович, знаете, наверное, многие ее, замечательный специалист по голубике, более 40 лет у нее опыт, стаж в этой области, живет в Беларуси и специализируется именно на этой культуре. Вот мы с ней общаемся периодически на различные темы, я у нее многому учусь, и она мне рассказывала очень интересный опыт, который они проводили совместно с американцами. Ну, вы знаете, что голубика родом из Америки Северной, да, и там как нигде исследована эта культура, большинство сортов, производимых там, растет в России, поэтому, естественно, они основоположники голубиководства в мире, и зачинщики, образно говоря, да, оттуда все пошло. Поэтому, конечно, у них мощнейшие институты по исследованию этой культуры. И вот они совместно с белорусским университетом проводили исследования, систематизированные такие по микоризе у местной голубики, которая здесь привезенная растет, да, и у голубики, которая находится в Америке. Они исследовали, какие грибы находятся в микоризе, чем они отличаются друг от друга, выяснили, что это одни и те же грибы одной и той же группы. И схитрили, взяли микоризу здесь, отправили экстренно туда, в Америку, а американцы прислали свою микоризу сюда. И оставив голубику без микоризы, они подменили одну микоризу на другую и провели эксперимент. В обоих случаях растения погибли. Из чего они сделали соответственный вывод? Кроме химического подхода, который использует наш мозг для сознания, да, есть еще какие-то иные факторы воздействия, взаимодействия растений друг с другом, которые и дают тот результат, который мы имеем. Какие выводы можно из этого сделать? Первое. Микориза зарождается на самом кусту голубики в момент образования калуса и корней. Вот когда мы череночек укореняем, в этот момент образуется микориза. И эта микориза растет и развивается вместе с кустом всю его жизнь. Если вы досыпите иной микоризы туда, а что у нас в магазинах продается? То, что лучше всего произвести в промышленности, что быстрее всего произвести в промышленности, да? И досыпите туда микоризы, у них будет конфликт. Этот гриб и этот гриб. У этого такой тип питания и у этого. Они конкуренты друг другу.
Один родной, другой приемный, образно говоря, они будут конкурировать за среду обитания, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если у вас голубика умерла из-за того, что погибла микориза, вы ничего вернуть не сможете. Нужно просто сажать новый куст. И добавка, синтетическая добавка иной микоризы, она ни к чему положительному не приведет. Единственный способ улучшить ситуацию с микоризой – это пожалуйста, кто-нибудь, включите микрофон и скажите, слышно меня и видно меня или нет, чтобы я понимала. Дайте мне обратную связь, кто-нибудь. Так, вижу, кто-то тут поднимает руку сейчас. Скажите, слышно меня, видно? Слышно меня, видно? Ага, отлично. Ну, давайте будем продолжать. Вот такие экзерсисы бывают у нас в природе. Так, следующий вопрос. Значит, мы с вами разобрались. Что ж такое? Сегодня платочек не хочет никак лежать красиво на мне. Про микоризу разобрались. Следующий вопрос, который бы я хотела пару слов сказать, это про кислотность песка. Ну, вы помните, да, что мы делаем субстрат, состоящий из торфа, опилок и песка. Это идеальный вариант для посадки не только в южных регионах, но и в средней полосе. Особенно он хорош для посадки в тяжелых суглинистых и черноземных почвах. А у нас суглинки – это почти половина центральной части России. Все Подмосковье, Краснодарский край – это все тяжелые суглинки. И в средней части у нас идет черноземная зона. Да? Оба варианта земли не подходят для выращивания голубики, поэтому мы сажаем ее в отдельный субстрат, в котором она 50-100 лет живет и плодоносит благополучно. Вот так вот, для создания, для разрыхления данного субстрата мы чаще всего используем песок. Песок иногда имеет свою кислотность. Сейчас я пару слов про песок скажу, чтобы вам было понимание. Значит, песок лучше всего использовать крупнодисперсный, тот, который такой, ну, маленькие камушки, образно говоря, да. Обязательно он должен быть промыт от глины, безусловно, потому что глина нам не подходит для посадки. Единственное, где можно его не промывать и сажать с добавкой глины, это только в Белоруссии, где столько песчаная почва, и им глина нужна. Вот там можно добавить прямо с глиной, и это будет польза. А в остальных местах всегда промытый. И самое главное, песок должен иметь правильный pH.
Правильный – это значит быть либо нейтральным, либо иметь кислую среду. Потому что бывают пески встречаются, которые имеют ярко выраженную щелочную среду. И проблема в том, что песок – это твердая субстанция, которая медленно взаимодействует с окружающей средой. В жидких, когда добавляют воды, то она может образовывать коллоидные растворы. То есть часть вещества из песка незначительная, но переходит в раствор. Таким образом, подкисляя, подщелачивая и так далее. Раствор, который в результате получается. Поэтому, если он у вас в субстрате находится с неправильным pH, он, безусловно, будет вам все время понижать кислотность вашу. Вы вроде подкисляете, а хобана, она не держится никак. Из-за того, что песок может вот таким образом влиять. Чтобы избежать этой ситуации, делается очень простой анализ, примитивнейший, который может сделать каждый из вас. Для его осуществления необходимо две вещи. Это дистиллированная вода, которая продается на любой автозаправочной станции, и лакмусовая бумажка, которая продается в любой аптеке, либо на любом Озоне, там в интернете, где угодно. Она стоит там тоже крохи копеечные. Понятно, что она не может дать нам качественную оценку, то есть не может сказать в величинах, сколько на самом деле у нас pH реально сейчас в растворе, да, лакмусовая бумажка, поэтому мы ей не меряем растворы солей, которые мы поливаем голубику, pH не измеряем, да, но для определения песка она подойдет. Вы берете песок, который хотите приобрести для посадки голубики. Либо вот у нас у вас здесь он лежит, прямо уже кучка возле вашего дома, и вам нужно понять, как подходит он для посадки голубики или не подходит. Берете этот песок, промываете его обычной водой, насыпаете его в стаканчик немного, небольшое количество, и сверху доливаете дистиллированной воды. Почему сверху говорю? Потому что 1-2 сантиметра выше вашего песка должна быть дистиллированная вода. То есть она какие-то пустоты заполняет в песке, и сверху еще объем воды есть. Далее вы это хорошо, тщательно размешиваете и оставляете в стаканчике этот песок на несколько часов. Можно на ночь оставить, вполне удобно будет. Далее утром вы берете вашу лакмусовую бумажку и измеряете pH вашего раствора. Можно его процедить, можно не цедить, прям так померить, ничего принципиального здесь нет. И у вас будет четкое понимание, нейтральная среда, кислая среда или щелочная. Если щелочная, не берем совсем. Если нейтральная или кислая, можно взять такой песок и использовать. Вот такое простое правило для использования. Я думаю, что многим оно пригодится. Тем более, что закладываем мы плантацию надолго, 50-100 лет растение должно расти. Нужно один раз нормально посадить и не заморачиваться 50 лет. Как вам нравится такая культура? Скажите мне, пожалуйста. Вот какую культуру вы еще 50 лет не будете заморачиваться? Не пересаживать каждые 7 лет малину, или смородину каждые 12 лет, или клубнику каждые 2 года. Да? Не пересаживать, а просто пользоваться. Это же здорово. Замечательная культура. Так, мы с вами в прямом эфире. Сколько тут по времени? Что, не видно? 9 часов. 9. То есть я могу еще на один вопрос ответить. Что я выбираю? Сейчас я посмотрю. Про песок рассказала. Пробовали ли вы выращивать клюкву и бруснику? Если да, то расскажите, пожалуйста, об этом. Хороший вопрос. Часто спрашивают тоже меня. Значит, у нас растет плантация клюквы. Кто за нами наблюдает, тот знает, как выглядит эта плантация. Мы сейчас ее снимаем, показываем. Плантация клюквы культурной, естественно, это крупноплодная клюква, не та, которая растет в лесах дикорастущая, а это культурные выведенные сорта. Растет это почвопокровное растение, растет оно в полутени либо на солнце, у нас на солнце в основном, практически целый день плантация находится клюквенная. Громко сказано, конечно, плантация, но какой-то кусочек мы посадили, с удовольствием кушаем замечательную эту культуру зимой без проблем. Значит, клюква, большая часть России об этом знает, но я все-таки напомню, это очень полезный продукт. Она, конечно, не полезнее голубики, но очень полезный продукт, в первую очередь, своими антиоксидантными свойствами. Я как-то случайно, у меня получился провести
эксперимент, образно говоря. То есть получился такой некий эксперимент. Я собрала клюкву в лоточек обыкновенный, даже без крышки, просто закрыла его полиэтиленовым пакетом и поставила в холодильник на так достаточно дальнюю полочку в ноябре месяце и просто про нее забыла. И когда я через месяцев 5 или 6, убираясь в холодильнике, то есть я убиралась, когда я, ну, стоит и стоит, я как-то на нее не смотрела, потому что там ничего не колосилось, ничего не пахло, ничего не менялось, я, ну, стоит и стоит. Я когда достала через 5-6 месяцев и открыла, я была потрясена, потому что ни одной порченной ягоды не было вообще, я ничего не делала с этой клюквой, вот просто ее собрала, не мыла, ничем не обрабатывала, никак не опрыскивала, никакую среду не создавала ей газовую. Я просто ее собрала и поставила в холодильник. И она стояла у меня 6 месяцев, никак не изменив своего внешнего вида и никак не испортившись. Представляете, если вы будете есть клюкву, какие ваши клетки будут? Такие же молодые, не меняющиеся. Ну и кроме того, клюква, говорят, лечит различные желудочно-кишечные проблемы, сложности, не только кислотность повышает, но и какие-то проблемы с желудком решает, такие серьезные, фундаментальные. В общем, продукт очень полезный. Брусника не менее полезный продукт, и полезна она даже не сколько своей ягодой. И вот с моей точки зрения, по вкусовым качествам, для меня, для сибирячки, брусника – это эталон вкуса ягоды. Я понимаю, что меня сейчас шапками закидают, но у меня лично так. То есть это очень вкусный продукт, сочетающий в себе одновременно несколько ноток, и горчинка, и сладость, и кислотность, и какая-то острота даже есть. То есть это ягода такого универсального свойства. Понятно, что ее не съешь так много, как голубики. Вот. Но ягода тоже очень вкусная, необычайная, полезная различными составами, антиоксидантами и так далее, с лечебными свойствами мощными. И там лечит так же, как и в голубике, не только сама ягода, но и даже листья, веточки и все остальное. То есть эти продукты можно собирать и превосходно заваривать чаи, которые будут иметь очень хороший лечебный эффект. С брусникой у нас складывается посложнее. Брусника любит полутень. У нас, к сожалению, сложно найти такие участки с полутенью. Клюква терпит солнце, и поэтому она растет, а с брусникой сложнее. И еще очень важный момент выращивания брусники. Есть определенные периоды, когда ее необходимо опрыскивать фунгицидами для того, чтобы она не заражалась грибковыми инфекциями. Она в этом месте слабая, часто повреждается. Когда вот полностью чернеет брусники, и куст из зеленого становится черным, это как раз грибковая инфекция. А так как у нас вегетативный период долгий, и растение постоянно практически зеленое растет и развивается, то она все время круглогодично, все время ремонтантно цветет и плодоносит. Постоянно. То есть таких наплывов четких у нее нет. Я все никак не могла поймать тот момент, когда у нее не будет цветов или ягод, чтобы ее опрыскать. И у меня это получалось с трудом. Поэтому вот несколько кустиков мы брали на эксперимент и как-то пока не создали им условия. Мы будем еще пробовать, конечно. Культура уникальная, любимая мною. Поэтому я думаю, что со временем у нас нарастут сосны, которые дадут нам тень, под которыми мы посадим бруснику. Вот. Ну, есть возможность для роста. У меня на этом все. Если у вас появятся вопросы какие-то в ходе просмотра нашего сегодняшнего прямого эфира, либо вообще какие-то вопросы у вас есть по выращиванию голубики, вы не примените после нашего прямого эфира написать эти ваши вопросы у нас в телеграм-канале. То есть мы там ссылочку на наш прямой эфир, естественно, оставим. Прямой эфир, как обычно, будет выложен на YouTube-канале с неделей допуска. Возможно, мы его оставим и на постоянку. Я думаю, что на Бусти мы этот прямой эфир перекладывать не будем. Вот, поэтому можно будет в любой момент его посмотреть. И, естественно, и на Ютубе вы можете написать внизу под видео, и можете написать в Телеграме в нашем свои вопросы в нашей группе. Вот. И это позволит нам сформировать темы на следующие прямые эфиры для того, чтобы вам что-то интересное рассказать и познакомить вас с голубикой. У меня на этом все. Желаю вам хорошего южного настроения, солнечного, всех благ и до новых встреч. Пока!